Всем доброго времени суток, с вами Геленджик Лайф. Мы находимся на старом автовокзале. Сегодня 6 августа 2016 года. Мы решили совершить путешествие до Дивноморска, купаться в открытом море. Вот мы купили билетик, стоимость билета 21 рубль на одного человека, дети до 7 лет бесплатно. Вот, и мы туда отправимся. Сейчас покажу расписание автобуса номер 102. Едет он до Дивноморского. Вот видите, да, расписание. 5.35, 6.30, 7.15, 8.00, 8.40, 9.20, 10.50, 12.10, 13.30, 14.10, 15.20, 16.30, 17.15, 17.55, 18.30, 19.30. И вот L в скобочках, это летнее расписание, только летом автобус ходит в 20.40. Ну еще дописали в 12.50, это, судя по всему, еще одно добавочное время для этого автобуса. Вот. Автобус у нас стоит, пока нас мы ждем его. Автобус под номером 102. Сейчас мы уже поедем. Да, там где большие, там где гостевые дома, там уже побольше места у них свободного, поэтому... Да не всегда, они же тоже за какие-то туристы сами себе, да. Спускаемся мы сейчас к морю по улице Ленина. Вообще такой интересный факт, смотрите, вот население Дивноморска насчитывало на 2010 год 6358 человек. Можете себе представить, насколько население возрастает летом, в самый пик сезона. Здесь народу очень много. Мне очень интересно, конечно, сейчас побывать на набережной, посмотреть, сколько там людей. Потому что, я думаю, сейчас, так как очень жарко на улице, основная часть населения находится именно там. Ну, вы видите даже, да, вот сейчас. Такое ощущение, как будто какой-то, не знаю, праздник. Вика была здесь зимой, народу здесь очень-очень мало. Практически никого нет, то есть так же, как Геленджик, этот поселок, ну, правильно сказать, конечно, село, вот, принадлежит именно вам. Тоже большое количество, конечно, здесь и столовых, и закусочных, и много частного сектора, также много гостевых домов, где сдается жилье. Нам очень интересно будет посмотреть вообще, какую стоимость здесь можно снять жилье. Вот, может быть, удастся узнать. Посмотрим дальше. Ну, впереди дорожка идет вперед, она никуда не сворачивает. А мы будем двигаться прямо по ней, но пока море вот вдалеке я не вижу. Ну, Вика говорит, она тут эксперт, она сказала, что если мы поехали до конечной, там будет военный санаторий, от него идти еще дальше до моря. Чего? Ты так сказала? Следующая остановка после улицы Ленина – это санаторий военный. Можно было выйти там, там тоже близко до моря. А вот если ехать до конечной, где останавливается автобус, но наверху, то идти оттуда далеко. Я очень правильно тебя понял. Нет. Ты невнятно объясняешь. Ладно, не обязательно. Так, что еще интересного? Слушай, ну эти-то вроде на камеру не кидаются. Подходим уже к морю. Впереди виднеется аквапарк. А слева от меня очередная столовая. Называется «Под зонтом». Очень оригинально сделан потолок, очень красиво, зонтики разноцветные висят.
прикольно. Много развлекаловок различных. Дивноморская расположена на побережье Черного моря, в устье реки Инагуа, которая образована слияниями рек Мезоб и Адерба. И она входит в курортную зону Большого Геленджика. Вот такая вот речка и рыба кверху брюхом плавающая. Ну, может быть, она тут что-то, не знаю, с ней, наверное, не то. Но она перезагорела. Но я могу сказать одно, что плавать непосредственно рядом с рекой, которая проходит через весь город, лично я не хочу и вообще не горю никаким желанием. Я предпочитаю отойти, наверное, подальше. То есть, вот, ну, покажи, вот на той стороне видно, что вот она идет. Так. Немножко дальше отойдем. Сейчас, да, и там уже поплаваем. Видишь, сколько народу здесь купается, да? Но здесь пляж достаточно длинный, много волнорезов, и многие любят прыгать с этих волнорезов в воду. Отсюда смоется очень красивый цвет моря. Море чистое. И, так понимаю, очень теплое, потому что людей очень много купается. Есть желание передать привет своему городу? А это что такое вообще? Канал Геленджик Лайф. Рассказываем про Геленджик и окрестности Геленджика. Везде, в общем, пляжи, недвижимость. Ну, в общем, все. На Ютубе у нас есть канал. Где-то у нас около 1500 подписчиков уже. Можно пропиариться? Конечно, можно. Не проплачивается. Ну, чтобы не проплачивается. Пиар. Да, это несущий ведущий. Заказывайте город Екатеринбург. Приедем в любую точку страны, проведем свадьбу, корпоратив, юбилей. Все, что хочешь. Что, прям в Геленджик тоже можешь приехать? Хоть куда приедем. Молодец. Интересно. Мы можем в любое место приехать, отвести ваше мероприятие настолько, что вы больше никогда не захотите видеть других ведущих. Но только как они приедут, если вы не оставили ни одного своего ведущего, дорогие мои? 8-950-63-90-183. 8-909-605-18-74, друзья. Евгений, говорите свой номер. Да я думаю, хватит, кому надо будет запомнить. Екатеринбург, привет. Спасибо вам. Спасибо вам. Урбай, привет. Видите, да, находится здесь и спасательный пост, и медпункт, это самый центр пляжа. Здесь, в принципе, все видно, все как на ладони. Вот здесь вот вы видите, здесь показано направление ветра, стоит флюгер, вот, и висит желтый флажок, который говорит о том, что на море можно купаться, штиль. Как бы никакого угрозы, что... В поселке Дивноморское очень протяженная набережная на самом деле. Просто иногда кажется, что вот там мостик и все, и она заканчивается. Но на самом деле, если вы немножко пройдете, она довольно длинная по протяженности. И в принципе каждый может найти себе местечко, где отдохнуть и искупаться. А везде стоят знаки, что с волнореза нырять запрещено. Но тем не менее некоторые люди ныряют. Ну а так... Везде таблички также есть, что это неорганизованная зона для купания. Но в том плане, что извещают о том, что это просто береговая линия. И в принципе, вот здесь намного лучше, чем в Геленджике, вот что действительно написано, что это, допустим, неорганизованная зона. То есть администрация, по сути, вот за этот пляж ответственность не несет. Вот смотрите, неорганизованное место отдыха на воде. Хотя еще хотелось бы обратить внимание, что в принципе... Даже в неорганизованной зоне граница пляжа отделена, то есть буйком, куда можно доплывать. Ну и имеется
будка спасателей, которую мы прошли, она вообще стоит на самой набережной. Соответственно, скорее всего, она все равно за всем следит. И в случае чего, если что, спасти смогут. Ну, пошли дальше. Пошли дальше. Вот. Хочется, на самом деле, уже окунуться, но просто хотим немножко пройти, наверное, все-таки еще. Или уж не стоит? Или здесь поплавно? Нет, я думаю, не стоит, потому что мы сейчас идем в самой середине набережной, мы находимся. До сюда доходит не очень много людей. В основном, вот в самом начале было очень много людей. Я подозреваю, что вот там, вот, где жилые кварталы начинают, где живут, да, вот там, наверное, еще больше, даже отсюда, в принципе, видно. Особенно вот где цветные зонтики, вот там очень много людей. Поэтому я думаю, вот мы дальше не пойдем, вот здесь мы сейчас спустимся. Через один. Да, там, да, и вот здесь вот поменьше народу было, да. Поэтому, как бы... Вот здесь вот, да. Вон, смотри, тут. На парашютах катают тоже. Очень красиво. Вот мы находимся в Дивноморском, в открытом море. Отличная погода, отличная набережная, хорошие пляжи, хорошие купальные зоны и красивый вид. Именно здесь... Да, можно. Подожди, сейчас папа придет. Ну давай, плыви к нему. Давай, давай. Плыви. Иди ко мне. Хорошее дно. Здесь такой камешки. Папа, или нет? Папа, смотри, как я плыгаю. Камешки небольшие. Папа, смотри. Папа. Вот с того пирса тоже ныряет молодняк. Сейчас они его будут раскачивать. Да, прикольно. Миша отправился опять. А, заваливает ноги. Что Вика далеко плыла. Отдыхает. Она уплывает. Ну, пускай плывет. Че, моя тапка, что ли, Вадик? Это моя тапка, что ли? Да! Обалдел, что ли? Да! Не трогай мои тапки. Не трогай мои тапки. Сейчас он хочет доплыть до буйка, мы засечем время. Итак, время 2 часа 20 минут. Посмотрим, за сколько Михаил
правда, плывет до Буйка и обратно. Буйок расположен вон там. Торопится. Думает, что так просто. 6 минут. Класс. Работаем. 6 минут. Слышишь? 6 минут получилось. Не ожидал. Очень большой протяженность, есть пляж, очень много людей, и места как бы всем хватает. Здесь не особо есть место, где покупаться. Это уже территория лечебного пляжа номер 1, Дивноморская. Ну вот, судя по тому, как здесь написано, 32 градуса температура воздуха, 27 градусов вода, сегодня 6 августа. Вот, скорость ветра 2 метра в секунду и волнение моря 1 балл. Вот. Также указан здесь план пляжа есть и 50 метров зону купания. То есть 50 метров, я так понимаю, это, наверное, как раз до Буйка 50 метров и обратно, то есть проплыву я, получается, 100 метров всего. Ну, я пока забрался вот на смотровую вышку, и, в принципе, здесь видимость отличная, здесь всех видно. Кто чем занимается, кто что делает, то нарушает, то не нарушает, то плавает правильно. То есть, в принципе, здесь хороший обзор, все как на ладони. Такие вот лесенки, с которых можно вернуться. Опа. Пойдешь? Где вообще не смешная? Здесь находится памятник героям, катерникам, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашистами. Вот памятник. Находится, кстати, рядом с территорией военного санатория, да, вот это? Да, это военный санаторий есть. Мы его прошли. Он находится в самой середине пляжа. Ну, если честно, вот давай мнение мое. Вот всю правду матку, давай, говори, как вот есть уже. Всю вот, без цензуры, вот прям. Без цензуры. Давай. Классно здесь. Если честно, отдохнула с удовольствием, покупалась в открытом море. Вот плывешь, вода реально голубая, прям она чистая, глубина в пляжах есть, и вообще мне очень понравилось. И я хочу сюда еще приехать просто чисто покупаться. И я думаю, что еще приедем не один раз. И есть мечта сюда еще приехать во время большого шторма, чтобы снять, как огромные волны пожирают берег Дивноморского. Вот, как я сказал. Так что вот, с вами был Геленджик Лайф. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наше видео. Всем пока, спасибо за внимание.